Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем с вами в Севастополь. Будем на различных мероприятиях, экскурсиях. Покатаемся вот так в Севастополе, дальше в Ижев и доедем до Ялты. Приятного просмотра! Итак, первая остановочка у нас на заправке Атан. Мне заправки эти очень нравятся, потому что здесь очень хороший сервис. Здесь не просто можно заправиться, но и купить что-нибудь покушать, пить кофе. Здесь везде есть кафешки на Атановской заправке. Туалеты замечательные. Сейчас пойдем идти и покажу, что кофе. Мужской и женский. Да, ребята, вот это сервис на Атане. Так вот, выглядят все туалеты на Атанах, уже не первый раз бываем. Некогда диком пляже Омега, то тут был абсолютный пустырь, за нами был пустырь, сейчас настроили коттеджи и поставили вот такой вот памятник. Не знаю, когда его поставили, но это святому апостолу Андрею. Вот и... сделали вот такую вот мини-набережную. Сейчас прогуляемся, посмотрим, как здесь и что. Вдоль всего пляжа такая вот аккуратная дорожка. Конечно, коттеджи здесь, видно, не из бедных людей строили. И сразу у них дорожки из тоже недешевой брусчатки. Пляжи, как мы видим, каменистый, но очень живописный. Дальше у нас идет обустроенный пляж Омега в ту сторону. Ну, там купаться как бы местные не любят, поэтому мы тут. Смотрите, какие обрывы тут. Очень красиво. Пляж Омега, потом пляж, где парк Победы. Они настолько забиты людьми, что, в принципе, в другой раз полотенце толком негде положить. И, конечно же, местные люди знают вот про такие места и отдыхают здесь. Есть даже оборудованная парковочка небольшая. Тут еще что-то строится. Даже можно подъехать прямо на машине. На другом стороне берега, на другой стороне берега находится пляжик такой более еще дикий. Там люди могут приезжать жарить шашлычки, там на камнях прям. На этом же пляже есть детская площадка, довольно-таки хорошая детская площадочка такая, пусть небольшая, но для деток самое то. Качельки, горочка, лазанки какие-то.
чистейший запах моря. Дальше маяк виднеется на горизонте. По ту сторону бухточки, там видно, стоят машины. Это люди приезжают отдохнуть, это как правило туда шашлычки пожарить. Там вообще дикое место такое, пока не застроили. Здесь было примерно так же, но, как видите, уже благоустроено все. А здесь, видимо, какой-то санаторий дальше, и пляж закрыт. Специальный режим. Есть там пляжик, но не для всех. В общем, как-то вот так все смотрится. В этом месте еще не была, показываем его в первый раз. Сегодня обязательно еще побываем в парке Победа. Другие интересные места, вроде Малахова кургана, парк Солнечный, Херсонес. У меня видео есть этого года. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Кому интересно, как развивается Севастополь, я здесь частенько бываю. И самое интересное наблюдать, как все меняется. Снимаю, могу показывать это вам. Поэтому подписывайтесь и наблюдайте вместе со мной. А я пойду к деткам, пока они мне там купаются где-то внизу с папой. Бычок замаскировался под цвет камушка. Вот, блин, спрятался. Практически чуть ли не в центре города. Такой пляж дикий. Там рыбки плавают. Прям на камушек выскочила. Красавица такая, позирует прям. Много рыбок. За камушка. Выкидывай его в море. Мам, можно купаться? Отшельники, руки помогают. Выкидывай в море его. Мам, где отшельники? Покажи мне. Вот они. Ох, сколько их там много. Это в... Мам, можно так, в море? Это в каждой ракушке отшельник. Да. Так отшельник я сидит. Вот... Мам, можно? Все равно, мам. Окей. Вон он вылазит. Какая вылазит? Ну, мама. А, чтобы увидеть его на экране, можно, можно просто его не беспокоить, и он будет... Какого поймали? Шустрый. Слав, тут маленький краб. Слав, тут маленький краб. Я тоже знаю.
Вот тут даже дельфинарий есть где-то, да? Пони. Смотрите, сзади к лошадкам не подходи, то может пнуть. Пойдем. Вань, ты какой вонючий, пошли. Пойдем, посмотрим, что тут интересного. Сверху смотровая площадка, чтобы можно было наблюдать этот фонтан во всей красе, когда он мигает, светится и работает. Это такой замечательный сегодня закат. Солнышко красное садится. Огромный парк, большая территория, очень красивая. Даже в таком еще не до конца доделанном видео он уже смотрится грандиозно. Да, где-то тут дельфинарий есть, он вывеска. Так нагулялись, что я даже устала разговаривать. Поэтому просто показываю, смотрите, наслаждайтесь. Вот тут даже дискотека какая-то есть. Посмотрим сейчас. Ну, плиточка, конечно, удовольствие по ней ходить. Вечерний парк Победы. Как по полу идешь? Кто на гитарах, кто танцует, кто шары продает, просто гуляет. Thank you.
биотуалеты. Здесь круглый фонтанчик такой. Жалко, что они не работают, чтобы показать, как оно. Там тоже куда-то дорожка пошла. Вода холодная. Угу. Вечер, но вечер сегодня теплый и тихий. Домой пора. Ни ветра нету. Ничего. Домой пора. Домой пора. Слушай, ты никогда не дашь отдохнуть спокойно. Домой пора. Погулять с тобой невозможно. Это у нас Москва, а напротив ее Брест. Пошли дальше. Новороссийск. Еще один город-герой, которому посвящена звезда в Парке Победы. Это Новороссийск. Ну, идем дальше, посмотрим, что там. Какой длинный парк. Просто мы уже идем. У нас все одни на одной лавочке вначале еще остались, другие посередине потерялись. И мы вот вдвоем с сыном еще пытаемся все-таки до конца дойти и увидеть море. Идем к Победе, да, Слава? Мы к Победе идем? Все, Слава тоже устал. Такая огромная, длинная аллея. Надо было засечь километраж на часах, ну ладно уже. Это у нас Тула. Еще одна звезда посвящена городу Туле. Городу-герою. Минск? Пошли домой. Так, эта звезда действительно у нас посвящена городу Минску, да? Здание все светится. Аквамарин. Что у нас впереди? Еще немножко, и мы уже будем возле моря. Пляж Парка Победы тут рядышком. Славик, что у нас тут? Смоленску посвящена звезда. Это Севастополь. Вот он, наш легендарный Севастополь. Так, а это? И Мурманск. Город Мурманск. Город-герой. Нет, то Минск был. Тихонько. Ну вот, где-то мы уже и подходим до пляжа. Сейчас посмотрим, что там интересного. Нагулялись сегодня, наездились, накупались. И последняя у нас прогулка, да, Слава? Последняя.
последняя прогулка у нас сегодня. У меня уже руки трясутся. О, какие-то арочки. Я так понимаю, мы выходим на набережную Парка Победы. Мы сейчас проходим и приближаемся наконец-то к морю. Мы хоть на море посмотрим. Напоследок. На руках мы просто стояли возле. Побежим домой. Прям побежим? Да. У тебя силы появятся бегать? Домой силы появятся бегать. Вот так вот. Только мысли о доме сразу силы возрождает. Ух ты, байкеры. Я пила. Ух ты. Вот тут такая штука есть. Да, куда она едет, интересно. Я хочу на ней проехать домой. Давай на море глянем. Тут всякая... Всякое-всякое продается, можно покушать, но мы уже покушали при входе в Парк Победы. Там есть всякие разные вкусняшки, шаурмаи, булочки, все, что хочешь. Там при входе шаурма 150 рублей, очень вкусная, а вот здесь вот не знаю, какая цена. А ну-ка, интересно, есть здесь шаурма и почем она здесь? Латте 200 рублей, офигеть. Холодное меню. Бургеры. Мы такую шаурму с таким количеством мяса, с такими салатами съели всего за 150 рублей. Ну здесь, конечно, возле моря. Мы там не поели, мы бы сюда уже точно не дошли, сил бы, наверное, не хватило. Вон раздевалки всякие разные. Боже, сколько здесь народа. И это не центр Севастополя, это Парк Победы. Все, мы дошли до моря. Мы завтра поедем на пляж Инжир. Машинки. Мороженки разные. Ну-ка, давай спросим. А куда оно едет? А мест тоже нет. А нету мест? Сели. Нет. Сейчас будем ехать. Еще такой автобус будет? Да, 40 рублей дома, да? Ну, в смысле, в начале. Тут даже машины можно подъезжать. Все, мы сейчас будем ехать, сейчас быстро они нас дождутся. А так бы мы еще долго шли. Катаются, людей много, все гуляют. Вот сюда вечером надо гулять приходить, а вы уже все уставшие, уже гулять не хотите, да? Сюда надо... утром приходить, когда силы. Утром жарко будет, а вечером как раз хорошо тут гулять. Доехали с ветерком. В конце сидели, страшновато в конце было, да? Быстро он так ехал. Быстро? Очень. Ну классно, да? Мы раз и все, и тут. Я думала, мы сегодня будем еще. Вот сейчас будем ждать еще, где наши. Мы в итоге оказались впереди. Сядем на машинку и домой сегодня. Всем пока.